Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я хочу поговорить про Т-57 Heavy и немного затронуть такую тему, что очень многие танки из старых уже вообще не актуальны. Но есть еще старенькие танки, которые что-то могут. Один из таких — это Т-57 Heavy. Ему апнули броню довольно-таки неплохо. На Новый год еще можно было получить в коробках 3D кастомизацию якобы Т-57 Heavy из джунглей. И что касаемо Хевика, ну в целом танк интересный, хороший, неплохой, очень быстро раздает барабаны, урон набивает очень хорошо. Но что же он из себя представляет, чего требует и какие у него минусы? Минусы очевидны: он не едет, вообще не едет, очень медленный, крайне медленный, и пушка довольно-таки корявенькая. Даже не то что корявенькая, она реально косая. Снарядов в барабане всего лишь 4 по 400. Это значит, что мы с одного барабана никого не заберем. Поэтому мы должны всегда под рукой иметь укрытие, пока мы заряжаем следующий барабан. Также не помешает с собой еще половину снарядов возить голдовых, можно даже немного больше. Сейчас такая игра, что пока у всех есть возможность заряжать голду, приходится ее заряжать, поскольку бои иногда заканчиваются очень быстро и хочется стрельнуть хотя бы что-нибудь. Поэтому если хочешь, заряжай, и если есть возможность. Такая у нас игра. Хочешь, не хочешь, приходится. Я бы с удовольствием бы катал все танки на ББшках, но игра у нас сейчас не про это. В принципе, два очевидных минуса. Какие у нас плюсы? Очень быстрый барабан. Очень быстро заряжается и очень быстрое КД между снарядами внутри барабана. Что позволяет нам вблизи, при кривой своей пушки, выдавать просто очередью и уходить на КД. При том, что у нас еще есть неплохая броня. В кучу к этому добавляем ВБРность картошки, которая иногда позволяет нам танковать даже щеками, которые якобы у нас уязвимые зоны. Мы можем выкатываться, принимать один снаряд от врага с пробитием или не пробитием, выдавать ему быстро 4 и закатываться назад в укрытие. Самое главное, чтобы вы оценивали заранее рельеф, укрытие, карту, кто где находится, и все будет получаться хорошо. Главное — внимательность, как и на всех танках, и в принципе в этой игре, стоим в позиции и внимательно смотрим. Но на этом танке приходится выбирать позиции, которые находятся поближе к врагу, поскольку ездить мы по всей карте не сможем. Поэтому приходится перебираться чаще всего ближе к центру карты, либо сразу впарываться в какой-нибудь фланг. Но наезжать прямо на кучу врагов нам нельзя, поскольку мы раздадим барабан и уехать никуда не сможем. Поэтому это должна быть какая-то позиция ближе к середине карты, но чтобы у нас было укрытие, а лучше еще два с запасным. В принципе, на карте Штиль, первый бой, который мы смотрим, на центре отыгрывать довольно-таки легко. Хочешь — от башни, играйся там на перекатке. Хочешь — подъезжай на фланг для тяжей и там бодайся от укрытий. Там как раз расстояние так, как надо. В принципе, на большинстве картах Хевику есть место везде. И играть на нем довольно-таки легко, и найти себе место в каждом бою просто. Наша задача — не танковать, наша задача — вливать барабан за барабаном. В принципе, это все очевидно. Но глядя на игру танкистов, я даже такие вещи обязан в видосе рассказать, поскольку, видимо, не всем это очевидно. Еще очень важная тема, которую я хочу затронуть в этом видео. Вообще, почему я делаю видео по Хевику, хотя я когда-то давно уже на нем играл и стримил, но время от времени приходится опять делать то же самое, опять делать видосы на те же танки, на которых когда-то играл. Очень простая причина этому — это дисбаланс в картошке по танкам. Приходится чуть ли не каждый год или раз в полгода опять прокатывать те же самые танки, покупать, если ты их продал, отстримливать, откатывать, накатывать бои и опять высказывать свое мнение в видосах, потому что некоторые танки через время, кто-то быстрее, кто-то дольше, становятся неиграбельными. Особенно это касается старых танков, поскольку все катают в основном на новых танках, и на их фоне старые танки вообще ни о чем. И некоторые из них, конечно же, как Т-57 Heavy, могут еще что-то показать, поскольку их хотя бы раз в жизни апали. Но некоторые танки, как Т-62А, вообще уже ни о чем, как Бачат и как тот же самый ТВП. Они просто, кто-то быстро утратил свою актуальность, кто-то дольше ее терял.
Так вот, этот видос посвящен двум темам. То, что Т-57 Heavy играбельный сейчас, и то, что в картошке очень часто приходится следить вообще за танками, какие вышли имбовые, какие апнули, какие понерфили, какие имбовые танки уже не актуальны и какие имбовые танки до сих пор актуальны. Так было всегда в картошке, в ней никогда не было баланса, всегда приходится следить. Люди, которые часто следят за игрой, которые такие вот задроты и много времени уделяют игре, у них, конечно, в этом плане преимущество, поскольку люди, которые редко обращают внимание на игру, они могут пропустить ап какого-нибудь танка, они могут пропустить введение какой-нибудь имбы, или могут пропустить то, что их любимый танк уже вообще не играбельный, и на нем давно пора перестать играть. Конечно, хотелось бы, чтобы все танки были сбалансированные, и мы выбирали танки, те, которые нравятся нам внешне, те, которые нравятся нам по геймплею, и мы просто хотим на них поиграть. Но такие времена уже давным-давно прошли, да и в принципе их особо и не было. В картохе всегда были имбы и всегда были кактусы. Это залог успеха, чтобы танкисты бегали по веткам, шевелились, тратили серебро, деньги, голду, что-то качали, что-то продавали, потом что-то апнули, выкупали опять. Это такой вот круговорот, который картошка создала внутри себя. Какая-то такая вот экосистема круговорота имбовых и кактусных танков. Это, конечно же, не сильно приятно, но такая вот у нас игра. Очень редко бывает в картошке то, что старые танки бывают актуальными. В принципе, таких старых танков в игре очень мало. Допустим, И7 до сих пор актуален и на нем можно в принципе играть. Но как можно заметить, все танки старые, которые актуальны, их хотя бы раз, но изменяли либо апали. ИСУ-7 дали когда-то максимальную скорость. Т-57 Heavy дали брони. А вот допустим каким-нибудь Е100 им ничего не дали. И эти танки вообще ни о чем. 62-ка, якобы с бронированной башней, но ее можно голдой в лоб башни пробивать. А тот же самый 430У имеет очень бронированный корпус, очень бронированную башню, еще и альфу больше. К чему эта 62-ка теперь вообще непонятно. Если это танк-снайпер, то есть танки-снайпера, которые намного интереснее и лучше. И вы заметьте, насколько все замедляется. Очень медленно до каждого танка доходит очередь, чтобы его разработчики, как они любят это говорить, потрогали. Интересно, сколько еще лет понадобится, чтобы потрогали Е100, потрогали 62-ку, потрогали СТБ-1. Казалось бы, там просто циферку подкрути хотя бы какую-нибудь, чтобы танку было легче. Это не будут делать. Если его будут трогать, так потрогают так, чтобы он стал вновь интересен, и танкисты снова сломя голову побежали. Ох, этот божественный танчик потрогали разработчики, и мы как просто оглашенные должны нестись тоже его трогать. Прям какой-то культ дебилов. Но мы не можем с этим ничего поделать. Разработчики нас просто как выдрессировали, и мы как по таймингу бежим, сломя голову, трогать этот танчик. Скажу честно, ситуация очень неприятная. И повлиять мы на это можем просто сомнительно. Допустим, еще 50Б. Тоже актуальный, классный, офигенный танк для статистов и тех, кто любит играть хорошо и красиво. Но его тоже апали. Ему не так давно добавили УВНов. Всю жизнь у французских барабанов пушка не опускалась, не поднималась. И тут хуяк! 10 градусов УВН. Просто можете в пятки стрелять через плечо. Здоровенная башня, качающаяся. И ты ее можешь сильно опускать. Почему бы и нет? С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.